Далер Шавкатов. Здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, как вас зовут? Меня зовут Шавкатов Далер, я из города Самарканда. Какой номер вы нам подготовили? Это как бы современные танцы, но музыка будет чуть-чуть попурри, там есть национальный. Вам понравится. Если вы готовы, окей, мы готовы. Пожалуйста. Спасибо, Далер, спасибо, видишь. Вам спасибо большое. Мне понравился не только нам, и девочкам в зале. Спасибо большое. Лично мне понравился, потому что там было и по актерскому мастерству, и по пластике очень отлично, великолепно, очень поразительно. Спасибо большое. Далер, у тебя шикарная пластика, шикарный ритм. Ты просто умничка. Спасибо большое. Молодец. Мне понравилось... Несколько стилей объединили танцев, и очень интересный номер получился. Спасибо. Вообще, сцена требует красоту, поэтому я бы вам посоветовала в другой раз, чтобы в костюме, да. Что еще с костюмом у вас еще лучше будет смотреться этот номер. Хорошо. Так, уважаемые коллеги, вердикт, пожалуйста. Да. Я тоже говорю да. И я тоже говорю да. У вас три, да, вы проходите? Спасибо большое. Спасибо. Мне прям очень понравилось, очень. Его вот это каждое движение, оно уверенное, да? И по характеру каждой музыки он, да, 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 молодец, такое. Молодец, мальчик. На кастинге показывал наше национальное и арабское. На этот раз будет индийское. И будет робот. Кукла. Постановки танца я сам ставлю сейчас уже сам. Музыку тоже сам делаю. Когда строю музыку, сначала показываю родителям. Везде первые места. Еще у меня нет поражения, но
Сейчас я очень волнуюсь, тут очень сильно. Еще такого, на таком масштабном конкурсе не был я. Поэтому я очень постараюсь. Это мечта, во-первых. Это самое главное, это мечта моих родителей. Их мечта и моя мечта одно и то же. Я хочу, чтобы сбылась их мечта. Я хочу, как они говорят, купить на острове виллу. Хочу, чтобы они гордились мной. В нашем проекте принимают участие разные таланты из разных регионов. До выхода на сцену все они наслаждаются и освежаются вкусом Кока-Кола. На сцене Далер Шавкатов. Мне безумно понравился твой номер. Послушаем наших судей. Ты крутой, молодец. Очень хорошо, что ты совместил все, а особенно узбекские мелодии. Ты же видишь, как я не могла на месте сидеть. Я тебя поддерживала. Не то, что поддерживала. Ты меня просто зажег. Я еле как сидела. Хотела выбежать к тебе и с тобой в пару станцевать. Очень крутой номер. Давай, Далер, удачи, скоро увидимся. Я покажу в гранд-финале то, что не было и не в кастинге, и не в полуфинале. Это будет вообще другой уровень и другой танец там будет, который я еще не показывал. Я иду к этому уже как будто долго, хотя я еще молодой. Я настроен на победу, я почти ближе к мечте прям.
Я вот родился и начал танцевать. Я вот думал только о больших сценах. Шанс всегда есть. Я знаю, что есть шанс, и я буду стараться. Далер, дорогие друзья, Узбекистан. Как настроение? Каково это быть в гранд-финале? Я был счастлив, когда я узнал, что я прошу гранд-финал. Меня поддержал мой народ. Их поддержку я чувствую до сих пор. Спасибо, что верили в меня. И спасибо также моим родителям и Умидашуру за совет. Спасибо. Ситора, что тебе больше всего понравилось в выступлении Далера? Целый мир. Целая планета. Да, целый мир. Алаудин, а вам? Я вспоминаю слова великого Лишера Навуи, который сказал, что имеющий терпение и талант как бы могут создавать из листьев шелк, а настоящий мед из лепестков розы. Молодец, Далер! Спасибо, здорово. Пару слов твоим поклонникам. Спасибо всем еще раз. Голосуйте за меня. Узбекистан, Олга. По результатам голосования. Жители Узбекистана.
Победителем становится победитель от Узбекистана Далер Шавкатов. Далер забирает заслуженный приз и аплодисменты всего Узбекистана. Ощущения. Я хочу сказать спасибо большое всем, кто голосовал и не голосовал даже. Спасибо, Узбекистан. И сегодня приехала меня поддержать моя мама. Я хочу сказать ей спасибо. Это все для нее, только для нее я все это делаю, ради моих родителей. Спасибо вам большое.